Всем привет! Сегодня у нас опять китайка, и мы сегодня будем прокачивать бигфутика на вторую эволюцию для атаки фартов, чтобы там хоть что-то показать, хоть какое-то место занять и быть полезным для своей гильдии. Так, ну такая вот у меня сборочка 8-8. Каменная кожа, восьмой талантик у него. Так, ну что, переводим его на эволюцию. Сразу же карта у нас есть. Окей. Использовать. Вот он у нас уже с эволюцией. Делаем ему сейчас аугментацию. Для этого нам надо будет качнуть его немножко до 20 уровня. Так, не хватает нам, надо книгами добить. Так, есть 4 миллиона. Двадцатый уровень максимально есть, окей. Идем дальше. Так, нам надо один камень. У нас есть такие. Есть. Подкачали. Ну, доспех стоит. Так, тут есть приспешник. Сейчас я посмотрю, кто у меня там вообще есть. Так, оно без доспеха. Минотавр. Теква. Рея. Ну давайте ему пока поставим сейчас паролем ему сразу же. Давайте сначала карты. 1, 2, 3. Это жесть, просто издеваются они с этими чарами. Да, что-то ничего не падает. Давайте коробочки пооткрываем. Это просто жесть. Одно и то же падает. Пятерок практически нет. Так, ну это не лучше. Там все-таки поярче талантик опять. Блин. Это жесть просто. Насколько я не люблю чары. Так, ослепление. Ослепление, ослепление. Выражаю смысла нету. Можно ему поставить на время, пусть будет он с ослеплением. Теперь давайте наролим ему созвездие. Мы соберем его тут на крит сопротивления. Хочу потестировать его именно в такой сборке. Так, вот крит уклонения есть, тоже оставим. Так, чтобы по нему криты не проходили очень сильно, и он нормально держал удар. У меня есть такой Фрэнки, мне он, в принципе, нравится именно с каменной кожей тоже. Только Фрэнки себя не отхиливает, он еще там понижает урон по себе, а этот отхил дает. Так, ну давайте, где пятерки? Так, крит. Ну не буду я крит ставить, не хочу. Так, еще одно. Так, крит, крит сопротивление. Урон. Крит урон. Троечки. Не падает. Так, жизнь. Ну что, не пятерка? Вот она, пятерка. Есть. И точность, в принципе, тоже неплохо. Окей. Вот такая у нас вот есть уже сборочка. Давайте сейчас его дальше подкачаем. Да, конечно, с таким минотавром
за счастье фармить это все. Так. Также мы ему качнем 11 скилл. Постараемся успеть вкачать. Чтобы у него было не 8, а 9 сразу автоматом стала. А потом уже докачаем его на максимум. Сейчас посмотрим, что там у нас по повторках. Потому что у меня что-то кажется не хватит 20 как игашек. Так, есть, да? Улучшить. Сейчас мы его быстренько до 160-го догоним. Так, есть, добиваем. Отлично, просто. Просто супер талант. Не станется. Так, есть. Дальше. Улучшаем дальше. Вот он у нас уже 180-й. 9-я звезда. И делаем окончательную. Я такого прокачал у себя на основе. Благодаря китайке. Я посмотрел, как тут он выдерживает урон. И мне, честно говоря, понравилось, чем все остальные PvP-шные варианты. Они тоже хороши в своем роде. Но более универсальные. Это все-таки... Все-таки именно с каменкой будет. У него не так много урона, но у него и дев хороший. Он и не будет, соответственно, сливаться на атлантах. Это уже было проверено сегодня на атаке фортов. Действительно, он не боится атланта. В то же время, как с БВшкой или с бастом на атланте просто сольется запросто. Не говоря уже о грубой силе, которую некоторые хотят качать на нем. Я не вижу смысла. Так, окей, есть. Алтарь усовершенствовать. Окей. Так, вот он у нас первая эволюция, 10-я звезда. Идем сюда, смотрим, что у нас... Два бигфута всего лишь, к сожалению, есть. КГшки фармить. Ой, да не хотелось бы. Так, давайте сейчас сделаем небольшой тест. Посмотрим, как он будет держать урон. Так, артефакты. Видите, у меня медалька не открыта. Давайте сейчас откроем. Медаль. Есть, улучшить. Не хватает 15 тысяч на орденов. На чем у меня по орденам творится? 800 орденов всего-то не хватает. Так, ну давайте сейчас быстренько тестанем его. В рейде посмотрим, что он может даже на первой эволюции, на такой прокачке. И качнем ему 11 скилл. Ну, как видите, урона у него что так, урона хватает, а вот держит он тоже офигенно.
Хоть там и дед ударил, но он ничего не смог ему сделать. Так. Смотрим тут. Ну, смотрите, как заморозка работает отлично. Отличный герой. Так, ну давайте теперь качаем ему 11 скилл. Сейчас вернем обратно ремку на Минотавра. Нам нужно будет много золота нафармить. А потом я уже докачаю его на вторую эволюцию, на фарме КГшки, потому что это будет очень долго, и мы уже на атаке фортов затестим его, уже увидите его во всей красе. Так, окей. Идем в судьбу, посмотрим, сможем ли мы ему там 11 скилл открыть. Так, сюда. По-моему, где-то здесь, а нет, в этой. Тут у нас есть 11, по-моему, сможем, если не ошибаюсь. Так, золото надо обратно фармить. Ну, с Минотавром таким тут золото фармить очень быстро получается. Что надо было мне для этого аккаунта, это ремка. И вторая ремка еще на тыковку на подземке. Все. 2-3 ремочки на аккаунте вполне достаточно. Так, отлично. Идем дальше качать. Вот пошли 16 камней первых. Так, дальше по 600. Окей. Идем фармить. Сейчас зафармим полную и пойдем дальше тестировать. Так. Ну, как видите, даже на героев выпускаешь там. Без разницы, все равно у него энергию не забирают с таким талантиком. Железная воля — это, конечно, для него топчик. Надо будет еще с грубой силой потестировать, как он будет себя показывать. Так, есть, добили. Идем дальше. Еще 1200. Так, сейчас надо обратно фармить подольше. Так, окей.
Отлично вообще. Так, есть. Так, еще два. Можно будет переводить. Бигфут, смотрите, как сносит все. Не дает просто ему ударить. Зона действия большая. Так, на один насобирали еще. 1 200 000 надо. Что-то нету людей с лямами здесь. Надо силу подкачать. Так, отлично. И вот наших последних 300 тысяч. Есть 2,4. Так, тут у нас требует Бигфута. Опять мы можем заменить. Есть. Вот даже так вот можно сделать. Итого он у нас уже с 9 умением. В принципе, неплохо. Вот видите, 9-11, оно дает сразу же добавку плюс 1. Так, рунами давайте поставим вот так вот. Попробуем гнев, затестим. Затестим его уже сейчас. Так. Ну, гнев увеличивает точность на 12%, плюс дает шанс крита. Вот видите, он уже начал критовать у нас. Ой, отлично, отлично, просто смотрите, что он делает. Это жесть какая-то. Да ладно, давай. Ай-яй-яй, ара сработал. Ну, неплохо, очень даже неплохо. В принципе, все, ребят, прокачаю его уже на максимум, видите уже его. На второй эволюции. Пишите комменты, кого следующим будем качать. Я пока думаю над тем, что будет это дерево. Оно мне надо для некоторых локаций. Оно пока без эволюции. Дерево тоже востребовано очень в последнее время. Седна имеет большой урон, но, конечно, она не дает столько дефа, как дерево. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репостики. Всем пока.